Я говорю, не трогай каждый. Кто о каждой тебе говорит? Говорил, не трогай каждый, я говорил. Покинул Продышись, иди вот туда, вот иди, что? Иди, говори, нет. Сейчас я тебя... Угомонились все. Эту правую губу. Артур! Первый, где его колхозный? Я уважаю. Сзади, за периметр, ой, за периметр, господи, Слобного его уводите, Леш, Слобного, давайте, водите, тащите его туда. Быстрее, подождите, подождите, Артур. Значит, Лешенька и Никита, возвращаемся на Лобное, значит, Артур. Вариант развития событий. Да, давайте. Лешенька, все прокидывали про Ангелину. Я что? Вариант развития событий. Первое. Сейчас спокойненько идешь, пьешь чай на кухне. Второй вариант. Ты оказываешься в изоляторе. Тебе какой больше нравится? Я потому что иду у ГВП. Чаечка, типа пей на кухне. А после Лобного мы поговорим с тобой на эту тему. Так, бардак прекратили. Мне кажется, что у Артура сейчас просто нервный стрип. Лично мое мнение. И результат, давайте так вот. С Димкой можно на эту тему, конечно, поговорить, но мне больше хочется поговорить с Катей на эту тему. А как ты допустила такую ситуацию, что у тебя Артур в таком состоянии? После того, как эта ситуация, инцидент произошел, вот это с Димой, когда он ушел в студию, он пошел, набухался. Ну, как бы, как сказать, у него какая-то ситуация случается, которую не выдержит эмоционально, все, начинает пить. Подожди, если он, когда у него эмоциональное состояние, он начинает пить, значит, он алкоголик. Тогда давайте решать эту проблему. Не тогда, Кать. Ну, я не говорю, нет, я говорю, я не знаю. Ну хорошо, надо решать. Ты взяла на себя ответственность. Ты сказала, у меня муж больше не пьет. Ты выгораживала его не одно лобное место. Где оно? Где итог, Кать? Спрашиваю тебя. Оправдание тому только то, что он сильно ревновал и его чувства ранее. Я не про него, про тебя, Кать. Ты его выгораживала. Я хотела более-менее скрасить все углы. Что мне еще сказать? Как ты, ну, не понимаешь, что ли, почему это происходит? Благими намерениями вымощена дорога в ад. Вот хотела углы сгладить, а не скрасить. В итоге вот, мы видим, что каждое состояние алкогольного опьянения Артура градус повышается. А еще такой вопрос следующий. Без шутки о том, что ты можешь стать любовницей Димы, вообще никак шутить нельзя. Это и шутки не было, это условно, я даже не шутила, это он шутил мой адрес. Как это было? Как это было? Я сказал, что один может быть типа для, ну, для души, а второй для секса, как любовник и муж. История следующая. Сейчас в неадеквате, глубоко, на мой взгляд, лично мое мнение, находится Артур. Я тебе скажу по секрету, что в данный момент он собирает вещи, вместо того, чтобы, как я его попросил, сесть попить горячего чайку и подумать о природе, о погоде, он занимается этим. Поэтому, на мой взгляд, Катя, если ты его жена не номинально, а ты правда стала его семьей, вот ты сейчас пойдешь, угомонишь своего мужа, я тебя отпускаю с лобного места, напоишь его горячим чаем, потом, конечно, душ не душ, потом ты его уложишь спать, чтобы завтра он проснулся и был хотя бы в человеческом состоянии. Спасибо огромное всем ребятам, которые растаскивали и могли не свершиться, на мой взгляд, смертоубийством. Мы переходим к следующей теме.